Это не кафе, не ресторан и не паб. Это арт-клуб «Гараж». За таким нетривиальным, но в то же время простым названием скрывается целая культурная жизнь. Но сюда стоит прийти хотя бы, чтобы посмотреть, какой у нас антураж, потому что такого в Кургане вообще больше нету. И это первое. Во-вторых, сюда стоит прийти из-за вечеринок, которые мы проводим. Тематика самая разная, начиная от поэтических вечеров и каких-то мини-квартирников живого звука и заканчивая рок-концертами и различными тематическими карнавалами, которые мы проводим. Арт-клуб «Гараж» — это не место для избранных. Сюда открыты двери людям всех возрастов и субкультур. Публика приходит разная к нам. Начиная от молодежи, от студентов, заканчивая старичками по 40-50 лет. Люди любят отрываться, приходят на разные вечеринки. Основной зал, VIP-зал и чиллаут. Здесь есть все и для всех. В арт-клубе можно услышать и блюз, и популярную клубную музыку, и андеграунд. А помимо ярких и запоминающихся вечеров, постоянные посетители ценят гараж за оригинальную кухню клуба. У нас своеобразные пивные тарелки, которые нравятся всему городу. Все ходят именно к нам пробовать. И всем нравятся наши закуски, пиво, салаты, горячие блюда. Не так давно в арт-клубе «Гараж» выступала группа «Мураками». А 5 декабря в Курган впервые приедет шведская группа «Дефембер», и выступать иностранцы будут именно в «Гараже». Это еще одно доказательство исключительности этого заведения. 7 дней в неделю в арт-клубе проводятся тематические мероприятия, начиная от коллективных настольных игр и заканчивая сумасшедшими вечеринками с диджеями. Здесь каждый сможет отдохнуть душой и телом. А на новогодние праздники арт-клуб «Гараж» готовит для курганцев взрывную шоу-программу с настоящим Санта-Клаусом, прибывшим из Лапландии, и реальными подарками, которые ждут каждого гостя. Торопитесь забронировать столики, запись уже началась.